Холод продолжает господствовать в Гродненской области. И, как обещают синоптики, в ближайшие дни теплее не станет. На протяжении всей недели будет ветрено, местами пройдет снег. Ночь с 27 на 28 февраля будет самой холодной. Стрелка термометра опустится до 17 градусов ниже нуля. И несмотря на то, что начиная со среды температура начнет понемногу подниматься вверх, умеренные морозы на Гродничне продержатся вплоть до первой декады марта. Зима испытывает на прочность не только гродненцев. Ежедневно в медицинских учреждениях, расположенных в самых разных уголках Беларуси, фиксируются очередные случаи переломов, ушибов и обморожений. Только за неделю от гололедных и холодовых травм пострадало 860 беларусов. А вот гродненцы в этом списке не числятся. И врачи искренне надеются, что и впредь жители областного центра смогут также успешно оградить себя от негативных последствий зимних холодов. Напоминаем, выходить из дома нужно только в теплой одежде. При этом обязательно одеваться в несколько слоев, чтобы была дополнительная прослойка воздуха. Обувь должна быть сухой и по размеру. Нельзя употреблять алкоголь на улице, потому что это иллюзию тепла создает на самом деле. Наоборот, энергозатратный такой процесс происходит. Нельзя курить, потому что периферия страдает. У нас страдают наши пальчики на стопах и на кистях. Варежки обязательно, шарфик, шапка. Ну и обращать внимание, если в компании, то друг на друга. Как чувствует себя нос, как выглядит нос, щеки, подбородок. Все это защитить. Если все-таки замерзли, значит, в ближайший кафе, магазин, подъезд зайти отогреться.